Друзья, подписывайтесь обязательно на канал и посмотрите подшипники, как ломаются подшипники, видите? Вот это колесо, друзья. Вот видите, я его, так сказать, снял. Вот видите колесо, друзья. Это такой подшипничек здесь. Очень, друзья, худенький подшипничек. Такие чашки, надо идти покупать подшипник. Вот все, что сделано. Вот колесо, видите, как колесо вот вкручено, вот так подшипник вот так чик вкручивается сюда. И ну и сверху, и зажимается двумя этими гайками. Кстати, гайка, я так понял, тоже гайка. И есть подшипник, вот гайка, видите, друзья, что резкость не доводится. Вот такая, видите, она ее съела, я так понял, наполовину, что ли. Вот видите, тут как-то она так нормально, а тут она уже как-то съедена. Как-то непонятно, в общем, совершенно непонятно. Ну и эта штука еще закрывает, но я так понял, что она, в общем, она ничего не закрывает. Ну эта штука, это видите, как все. Фара. Вот подшипничек, смотрите, видите его, он поломанный. Вот видите, поломался подшипничек, друзья. Вот такой подшипник где-то надо достать, купить, что ли, сам не знаю, где его взять. Но вот весь инструмент, который нам понадобился, конечно же. Вот, смотрите, там моих видео, я там очень много снимаю видео. И там все у меня можно, короче говоря, если у вас такой самокат, можете весь его изучать. Там все у меня есть. И про контроллеры, и про курок газа, и про фары, и про заднюю фару, и переднюю, как мы мутили. Вот. И как раскручивать, что, как это разбирать, да? Куча разных видео, в общем-то. Ну что, подшипника, конечно, у меня нет. Надо его замерить штангелем, идти на базар и сказать, помутить продавцу подшипников, сказать, продай мне что-нибудь такое похожее, конечно же. Так, ну что, вот я взял штангель, сейчас мы замеряем. Ну что тут замерить, даже сам не знаю, что тут мерить. Ну вот это вот, наверное, замерить. Типа вот так. Это тут типа чашку. Может фотографировать. Не фотографирует телефон так. Ну, примерно вот так вот. Ну, сейчас я носом нажму. Короче говоря, примерно так. Ну вот эту гайку, еще такую гайку бы где-то достать. На базаре, но, наверное, вряд ли эту уже и найду. Сейчас замеряем вот так вот. Примерно. Не знаю, видно там, нет. На фото у меня, я просто его фотографирую одновременно. Так. Ну что, этот подшипник бы замерить как-то. Ой, блин, сейчас он развалится вообще. Его не будет. Я уже даже забыл, какой он стороной был, интересно. Вот такой где-то 3. Ладно, сейчас будем собирать. Это сейчас будем собирать его. Колесо вставляем, сверху одеваем подшипник. Ну что, вот прикрутили кое-как опять тут нерабочий подшипник. Завтра, друзья, пойдем на базар покупать новый. Опять-таки разбирать будет следующее. Серия нашего видео, так что не пропускайте, так сказать, наши видео, как мы каждый день копаемся, друзья, с электросамокатом.